Hello, друзья, с вами Супро, и сегодня покажу мод на оружие для Майнкрафта Покстеришн. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящее оружие, с помощью которых вы сможете убивать орды зомби. Что ж, первым предметом это у нас будет вот такой щит, который дает нам два разных эффекта, да. К сожалению, мод маленько залагивается, то есть на новой версии с ним происходят какие-то чудесные баги, да. Ну, я не знаю, что я сказал, но с ним и вправду происходят баги. К примеру, такой парашют, да, он единственный, наверное, предмет, который здесь не багает, но вы знаете, как работает парашют, то есть он замедляет наше падение. Это у нас граната. Давайте попытаемся кинуть, но я очень-очень боюсь кидать, потому что может, да. Вот что может произойти. Сейчас вы видите на экранах, что лок-ланчер просто-напросто взял и вылетел после того, как я бросил эту гранату. Но, что же могу сказать, мод только, можно сказать, перенесли на новую версию. Поэтому нам нужно ждать стабильной версии именно этого мода. Ну и других модов. Что еще могу сказать? Ждем, давайте, так, пропустим это. Заходим на эту карту, и что мы здесь видим? Мы видим, что наши оружия сохранились. Да, ладно. Так, забираем лук, забираем М-ку. Всё ж, давайте начнем с М-ки. Так, вот как видите. Так, подождите. Ну вот говорю, почему-то мод очень сильно залагивается. То есть, когда вы именно что-то делаете с этими оружиями, то ваш мод просто-напросто будет очень сильно тормозить. Как видите, есть АИМ. АИМ. Так. Вот настоящий АИМ. Эй, что это было? Этот лук, получается, взорвал половину моей карты. То есть, его стрелы как бы стреляют, но через некоторое время они начинают взрываться. Эта пушка у меня никаким боком не работает. У нее работает только АИМ, да. Это довольно странно, но потому что, наверное, я не установил определенные звуки, для которых нужен интернет. Так, давайте заберем несколько пушек, которые мы сейчас рассмотрим. Дойдем до того ужасного места, это у нас снежная винтовка, которая, угадайте, будет чем стрелять, а будет стрелять она именно снежками, да. Вот такая прикольная винтовка, которая у нас появилась именно на Новый год. Это обычная винтовка и стреляет она обычными стрелами. У нее очень сильная отдача, не то что в КС. Это у нас Дигл, тоже очень сильная отдача, могу сказать. Ну, что ж, там у нас остались еще несколько оружий, которые мы сейчас попытаемся рассмотреть. Так, это у нас, к примеру, ножик. И давайте возьмем, наверное, последнее оружие. Это у нас будет РПГ. Наверное, все знают, что такое РПГ. Это у нас такой... Ну, это у нас такой гранатомет, который после выстрела, ну, может быть, ракетой, некоторые объекты взрываются. То есть, взрывается то место, куда попадет его ракета. Но объяснять его не буду, потому что вы все это знаете. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.